опаздывают на работу и в поликлинику. Жители села Редкино на этой остановке вынуждены ждать часами, чтобы добраться до города. Рейсовые автобусы часто бывают переполнены и здесь просто не останавливаются. Единственный способ доехать из Редкино до Рязани – сесть на проезжающий транспорт из Денежникова и Искры. Маршрутки и автобусы ходят часто, но останавливаются редко. Буквально вчера денежниковская маршрутка 7:35 и едет, вон там человека ссадила, а тут пролетела и никого не забрала. А сейчас пойдут студенты, это вообще тогда никто не влезет туда. Первый класс сейчас ребенок, вот в сад ходим. Как, вот сейчас вот каникулы да, летние, а потом что? Это вообще, это что, это я не знаю, как будто мы живем не знаю где. До Рязани люди добираются кто как. Те, у кого есть велосипеды, пересели с муниципального транспорта на двухколесный. Тяжелее приходится пожилым людям. Вчера на работу пешком ходила, а сегодня по обстоятельствам приходится на Денежниковской садиться. Еду в поликлинику, не знаю, с чем туда поехать. Ничего не подходит. Мы обратились в администрацию города и предложили прокомментировать ситуацию. Будем следить за тем, как развиваются события вокруг транспортного сообщения между Редкино и Рязанью. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».